Вот такие красивые сосновые леса вокруг города Далат. А вот буйволы пасутся. Вот я забрался в какое-то крестьянское хозяйство. Вон тут выращивают клубнику, бананы. Вот это банановое. Банановый куст. Там клубничные поля. Слышен шум воды. Рядом река течет. Лес. Птички поют. Я иду на суперэкстремальное действие катания на санях по рельсам, чтобы спуститься к водопаду. Придется сейчас ехать вниз. Мне уже страшно, но хочется попробовать, что это такое. Why you stay? Go, go, go! Và lưu ý phải giữ khoảng cách 25 mét sau mỗi xe. Trân trọng cảm ơn và hân hạnh phục vụ. Stop!
Вот и водопад. Самый большой водопад. А это местная железнодорожная станция Давата. Колониальной эпохи еще. Да ладно. И часы правильно показывали.